Hello? Please don't kill me. Oh shit. What was that? Hey bro. Where are you going? Is this your friend? What's shitting? Всем привет, друзья. Меня зовут Томас. И мы продолжаем приключения в игрушке Miscreated. Только что я даже не планировал ничего начинать записывать или вроде того. Hello. Please don't kill me, please. Don't shoot, please. I have nothing. I'm really have nothing, dude. It's okay. Yeah, I know, but I think you want to kill me. But for what? Nah, sorry. I got nothing. No, I'm not gonna kill you. Okay. Nah, you're alright, mate. Okay, guys. Thanks. What's up, my man? Nothing. I'm just respawn on this area. I'm just looking for some loot. What are you doing, guys? What we're doing is classified. Why don't you follow me? Classified? Trust me, follow me. Come here. Really? Они говорят, пойдем за мной. Говорит, то, что мы здесь делаем, это совершенно секретно. Оу. Oh. Окей. Why don't you loot him? Should I? Loot him. Yeah, loot him. He's got nothing I want, so. I'll stand guard. I don't trust you guys. I think you want to kill me. For nothing. We won't. What? Come on, don't be silly. Look, maybe you can tear his clothes and get some rags and so you can make a bag. Я им сказал, типа, я им не доверяю, я думаю, что они хотят убить меня. Просто так. Окей. He is newbie, like me. Just respawn. Just rip his clothes up and get some rags. Окей. Он говорит, возьми его одежду, сделаешь какие-нибудь там, типа... В общем, сделаешь бинты, типа того. Блин, черт, я им жестко не доверяю. Прям жестко-жестко. I'm done. Do you need this, Rex? No, you can have them. Okay. So, what are you doing here, guys? Oh, don't shoot, please, dude. Don't do that, please. Oh. Really? Yeah, take it. It's got no ammo, though. Hopefully you find some ammo, though. Okay, thank you. But for what? Why not? I'm friendly. What about this guy? Is this your friend? He was wearing sandals. He deserved it. Not this guy, dude. Not this guy. The guy in pink t-shirt. In pink t-shirt. That was your friend? No, just a random guy. Oh. Okay, got it. Okay. So, are you play alone? I'm with a friend. Okay. okay, dude. Okay. Thanks for the Magnum and many rocks, so... Okay, bye, good luck. Take care, friend. Yeah, you too, bye. Bro.
Bye, guys. Ох, блин. Окей. Ребят, мы встретили каких-то чуваков. Я не знаю, я думал, они меня убьют. Я не знаю, блин, они пристрелили чувака ни за что, понимаете? Тот чувак валялся, он просто так его пристрелили только что, когда мы слышали выстрел. Господи боже, почему они меня не убили, я не знаю. Может быть, они хотят поиграть со мной, типа поохотиться за мной или вроде того. Может, это обычная забава для местных. Господи боже. Но это было что-то. В общем, мне дали револьвер. Правда, он без патронов. Вот он. Да, он без патронов. И этот чувак сказал, вот тебе револьвер. Я спросил у него, за что? Он сказал, просто так, почему нет? И говорит, надеюсь, ты найдешь патроны. А потом я ему говорю, все, ладно, давайте, чуваки, я побежал. Он говорит, все, окей, береги себя. Как же береги, блин, себя. В общем, дорогие друзья, мы вернулись играть в Miscreated. Надеюсь, вам понравится это видео и все последующие. И надеюсь, вам нравились предыдущие. Если это так, то не забудьте поставить лайк. Фух, ладно, ребят, встретимся, когда что-нибудь интересное будет происходить. Все как обычно, все как в старые добрые времена. Вы слышите это? Откуда были эти выстрелы? Вот опять, вот опять! По-моему, оттуда. Да, блин, я знаю, что мне надо держаться от этого подальше, но нет. Я хочу посмотреть, проверить, что это. Это похоже на тех пацанов, то есть... Пойдемте проверим просто. Стоп, а я откуда прибежал? По-моему, отсюда. Как раз таки, они как раз таки побежали сюда. Слушайте, может подальше держаться от них, а? Блин. И правда, чего же атмосферная игра? Я и забыл, что здесь так клёво. Respect the government. Уважайте правительство, suspect the government. В общем, что-то типа. Что-то наоборот, я забыл, как переводится suspect. Ладно, пойдемте. Пойдемте поищем немного патронов. Попытаемся выжить. Так, а знаете что? Тот садовый гномик, которого мы нашли. Смотрите, его, оказывается, можно поставить. Прикольно. Так, там чувак пишет. Чувак, которому я дал револьвер. Ты все еще здесь? Поблизости? Я написал да. Посмотрим, что будет. Whereabouts? I got a car. Чё, серьезно? Чувак нашел машину? Блин, я... Мне кажется, не стоит, да, им доверять? Чё-то мне кажется, что это чё-то вот не то. Блин. Сейчас я сказал, что слышу их машину и спросил, где они находятся. По-моему, они где-то там. Да чертов гномик, блин, как его убрать? Чертов все. А, во. Правой кнопкой мышки.
Они говорят, машину нашли. Ё-моё, надо их найти, надо их найти, они где-то здесь. Спрошу у них, guys. Смогут ли они меня забрать из супермаркета? Мне кажется, они уже уехали, или вроде-то... Господи, боже мой. Какая красотища, ё-моё. Почему я так мало стал играть в эту игру? Кто знает, может быть, потому что я дурак. I'm coming, dude. I'm here. I'm here. Okay. Oh, great vehicle, dude. А, по-моему, в машине. Они же меня не слышат в машине. Черт возьми. Точно. Окей, интересно, куда мы едем? Интересно, куда мы едем. Hold on, we're just taking a detour. Okay. Can you hear me, guys? Can hear you loud and clear. Yeah. Okay, okay. I'm just checking. I'm taking you to where I acquired this car from kind people. Чё они сказали? Они что-то говорят, типа, какая-то тихая машина. Что-то там, что-то про людей, в общем, сказали. Так, а сейчас они вообще сказали, что за деталями нужно съездить. Окей, давайте с ними будем гонять. Не знаю, посмотрим, куда это нас приведет. Надеюсь, не... Oh. Не к смерти, блин. I think they despawned. I was gonna give you guys some loot, but it looks like the body's despawned unless. Что? Это, кстати. I don't know. Это сервер United Kingdom. Yeah, wrong place. Ah, okay. Alright, hop out, have fun looting. Oh wow. Oh wow, so many loot. Охренеть, столько лута. Так, наверное, я сначала рюкзак возьму. Где рюкзак? Chinkama pants. Okay. Пистолет. Черт. Блин, главное, что... Твою мать, главное, чтобы они меня не убили. Да, вот об этом я переживал. Не нужно было мне брать то оружие. Да, ребят? Но он же сказал, пусть наш друг полутается. Я подумал, окей, я полутаюсь, почему нет? Но все-таки... Все-таки это серьезная игра, в которой все так же никому нельзя доверять. Эх, господи, боже мой, а? Да. В общем, друзья, с возвращением в Miscreated... Буду пытаться играть в нее чаще. Надеюсь, вам нравятся мои видео. Надеюсь, вы подпишетесь на канал, если вы здесь впервые. Да, и знаете что? Никому не доверяйте, ребят. Никому не доверяйте. Ни в одной из этих игр про выживание. Ни в DayZ, ни в Miscreated. Ни в Rust. Никому. Нигде не доверяйте. Потому что как только... Предоставится шанс, они выстрелят вам в спину и заберут весь ваш лут. Черт возьми. Ладно, ребят, спасибо большое за просмотр. С вами был Томас. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До следующих видео. До следующих видео.